всем привет, ребят, с вами Владукс, ну и сегодня играем в Jedi Craft на сервере Crystalics. В общем-то, сегодня, думаю, мы немного полутаемся. Кстати, забыл сказать, я теперь на третьем сервере сейчас, наверное, играть не буду, так как открылся пятый сервер Jedi Craft, где добавили новые всякие фишечки, сейчас вам я их покажу. Спавн сейчас. Подождите 6 секунд, окей. Так. Ну что, вот мы на спавне, как видите. Добавили щит жизни даже. Сломать оружие. Получается, может быть, сломать оружие. Видите? Оттолкнуть или кинуть, кстати, очень похоже. Видите, очень просто стрелка энергия. Вот. Также добавили PvP. Вот такая вот команда. Сейчас я не пойду, просто не хочу. Хотя давайте пойдем на ПВП. Сольюсь. Еще добавили Мустафар. И там будет доступно сломать оружие и щит жизни. 18 уровень. У меня пока что только 7 уровень. У меня даже нет меча. Вот. Конечно, не повезло немного, но ладно. Давайте пойдем на ПВП. Сейчас, конечно, все просру, да? Кстати, а здесь все интересно. Можно? А здесь все нормально будет, интересно? Даже интересно знать. Здесь что-то ценно может попасться. Все равно мне еще надо полутаться. Точка захвачена нами, поэтому пока что можно полутаться. Спокойненько. Так. Давайте пойдем. Я чуть не упал. Блин, только что подлагал. Давайте пойдем вниз, наверное, потому что вокруг ходить бесполезно. Кстати, интересно, маленькая попа или большое? Ну, вроде маленькая. Не очень большое, как там миры. Уже слышал, что кто-то попышется. Так, окей. Кстати, нет, не так уж и маленько, видите. Здесь так нормальненько. А! Джеди, срочно. А! Блин, они не пофиксили, короче, удары, понятно. Все понятно. Ладно, давайте сейчас на ПП. В общем, сегодня, походу, будет сильно называться «Просираем вещи». Окей. А, здесь есть эти плиты, точно забыл. Так, уже полетать здесь. И здесь уже ситки. Сит. Ну, пошел. Отошел. Ситку отошел. И не я убил. Так, уже быстро полетаемся. Хотим меч. Да, знаю. Я здесь как, конечно, нуб, но я играю мало, кстати. Ох. Да. Ладно, давайте пойдем лучше, наверное, в обычный мир. Так, Джеди. Ой, какой Джеди? РТП. Так. Ага, понятно, где мы. Приблизительно понятно. Так. Помню, здесь, короче, внизу проход, там есть сундуки. Я это точно помню. Да? Нет, это не это место. Я помню, что там вроде был корабль где-то. Тоже так же самое было построено. Там был внутри корабль. И там было сундука, наверное, 3 все-таки. Ну, ладно. Так. Пойдем все вниз, может, там есть сундуки. Так. Посмотрим. Здесь, походу, сундуков нету, да? Давайте еще раз такое напишем. Кстати, как видите, здесь теперь ты невидимка какая-то попадаешь. И ты тоже почти ничего не видишь. Это сделали, наверное, не знаю для чего, если честно. Такое обновление было. Так. Наверное, сейчас побежим со спавна. Напишем спавн. Сейчас со спавна будем бежать в сторону Отрика. Там около же Отрика есть место, где целая куча сундуков. Но все-таки туда сейчас пойдем. Так. Главное, чтобы меня не убили сразу же. Кстати, сколько тут уровня надо? С 11. Мне, конечно, долго, но можно даже сказать, что и недолго. Так. Быстро. Тут ситки нет, тут джедаи, как повезло. Пока джедаи, можно спокойно взять и пробежать. Так. Вот здесь я сундук пролутаю. И, кстати, тоже новички такие же,
были, как и я. Кстати, вот Катнычок, и у тебя вроде четвертый уровень, да, четвертый уровень. Вот это лучше вообще не играть, потому что лучше накопить денег на 1005, чтобы сразу же прокачаться до шестого. Если у вас будет четвертый уровень, у вас чисто будут месить и ситхи, и джедаи. Так. Ситхи и джедаи вас будут учить, это я на себя проверил, они чисто будут на вас нападать. Они даже друг с другом попасться не будут, они чисто будут на вас нападать. Это хоть вот очень плохо. Так. Выкинем. Надеюсь, мне хватит еды, чтобы добежать. За мной никого нету? Нет. Так. Тут еще нам бежать довольно долго, кстати. Не было долго видео, так как у меня были большие проблемы с программами для снятия видео, поэтому извиняюсь. Сейчас на видео будет больше. Ну, хотя это, конечно, по времени будет. Ну, а я здесь время от времени играю, как вы видите. Уже перешел на пятый сервер. Не знаю, пока здесь вроде лучше, потому что здесь нету, там, здесь нету игроков, которые чисто целая куча игроков с легами на тебя нападают. Здесь такого пока что нет, там один-два человека с легами и все. Вот это вот мне нравится. Вот здесь вот сундук, точно, вот здесь вот сундук. И мы уже почти прибежали. Еда, только еда, ладно. Правда, там еще тот сундук, который вон там вот, и вот этот сундук. А, это новичок. Главное, чтобы у меня не было четвертого уровня. Что меня замесить может. Если кто-то мне из подписчиков сможет дать меч хотя бы обычных джедаев, буду, конечно, благодарен. Вот. Или вы можете мне дать 10 меч джедаев, а на третьем сервере я могу дать легу. Ой, не легу, а меч отдыха второго уровня. Потому что я там не играю, вот. Так. Где здесь парни? Здесь какие-то парни лутаются. Так, здесь ничего нету. Так, здесь так, ладно, что здесь? Тоже говно. Главное найти еду. Так, вот тоже неплохо, автомат на 6 урона. Так. Давайте я звук, наверное, из Майнкрафта выключу. Хотя не выключу, сделаю его поменьше. Не знаю, как он, но мне он просто орёт. Так. Ничего такого. Здесь уже лутался. Блин, мне еды нужно. Так, а ну-ка давайте там парень напишем, так. Вот так. Вот, мне кажется, я сейчас просто с голоду умру. Либо это пошлочный спавн и все. А хотя у меня еда была в сундуке, у меня, конечно, сейчас сундук совсем нубский. С нубскими вещами. Куда еще сундучок есть? Так. Заприлачен. Есть что-нибудь есть? Да, походу, нету. Чё, култается? Так. Куда-то вот сюда нужно, в эту сторону. Ах, не, мы туда пришли, наверное, вот туда надо идти. Здесь я уже лутался, да, в этом смысле, да. И ситх. Ага, думает, у него одного оружка. Блин, я за ним бежать не могу, ладно. Кажется, дадим все равно мне еще, потому что 16, здесь 20. Потом, думаю, проживем. Долгую и счастливую жизнь, если так можно, конечно, это назвать. Так, ладно,
Пока что жестких замесов нету, потому что здесь у меня еще недоступно набу. Сейчас будет вообще лол, если я, короче, прихожу к Котрику, и он меня убивает. Будет лол. Так, он здесь кто-то. Понятно, где они, на шифте. Все равно джедай. Вон, видно. Так, ладно, пока здесь можно полутаться, пока Отрик не заспавнится, и надеюсь, он не заспавнится. Надеюсь, хотя бы на это. Надеюсь, что его уже убили, и все, и он еще не будет спавниться. Так. Па, да ты что вообще? Я просто раз не убил, значит, думаю, сейчас тоже не убью. Вот побежал, так побежал. Все вручную даже. Опа! Все. Так. Окей. Убили. Теперь у нас есть немножко брони. Так. Правда, патронов нет в пистолете. Ну ладно. Ладно. Все, теперь у нас есть и еда, и брони немного. Все, хотя бы немножко оделись. Теперь можно поесть. Окей, так, теперь давайте пойдем на Дженни. И сольем весь шмот. Все, это, наверное, единственное логичное объяснение. Так, давайте посмотрим, в общих сундуках может что-то есть. Если я еще покажу свой андерсундук, просто будете угорать. Вот, видите, просто ничего даже хорошего нет. Ну, конечно, это так все, вот. Единственное, что у меня хороший черный коготь и гранаты. Ну, и Боба Фетт, конечно, неплохой. У меня есть линзы, мне бы найти зеленый кристалл и... что еще там? Зеленый кристалл, рукоятку купить, носить 10 уровень, короче, мне еще долго здесь надо. Что-то пешло мне, где еще сундуки? Не, нельзя. Вот здесь вроде где-то был сундук, от... Зачем это пошло все? Да. Так, ладно. Вот здесь этот сундук точно можно плутать. И вот здесь сундук. Так, о, как раз патроны хотя бы. Я бы автоматные патроны найти, будет вообще супер. Так, побежали. Так. Сейчас, наверное, будем бежать. Только до корабли, а там будет захват точки. Если у нас точка захвачена, значит это хорошо. А если не захвачена, значит там будет жесткий замес, где я умру. О, кстати. Кто это? Так. Еще просто возьму и упаду вниз, да? Я просто себя знаю. Так. Ну, туда побежал. Вот сюда можно. Отсюда пойти вот сюда. Теперь вот сюда. Здесь как раз есть сундук, который можно пролутать. О, как раз автоматные патроны. Можно перезарядиться. Все. Так. А там что? А, я думал, какой-то дом. Кстати, тут вроде на РТП, если писать, добавили новые постройки или мир расширили. Я точно не знаю, но... Мне ТП-шка в новые места здесь. Вот. Так. И примерно вот сюда сейчас прыгаю. Верну вот сюда вот. Чуть не упал. Сюда теперь. Я примерно знаю, куда нужно идти. Теперь вот сюда, потом туда и вон по той лестнице. Так. Еще дробаш получили. Отлично. Сейчас налутаемся, походу. Так. Здесь уже есть проход? Да. Здесь есть проход. Сюда идем. Ага. Космическая станция атакована. Значит, походу, сейчас его захватывают. Либо вообще захватили. Вот, поэтому сейчас будет веселье. Я просираю весь шмот и все. А вот мне повезет, если там будет какой-нибудь джетпакер без брони. Ну, мне кажется, такого не будет. Это точно.
такой же пакер будет без брони и еще и на точке. Так, ладно. Ну, сюда пойдем. Поэтому, ребят, кто хочет получить мечотрика на третьем сервере второго уровня, а у кого здесь обычный меч джедая, так что можем обменяться, все честно будет. Так. Облутаем это сундуки пока что. Пистолетные патроны. Вот так, наверное, сделаю. Все. Правда, 8 патронов, ну ладно. Так. Сейчас будем бежать к точке. Наверное, сейчас на нее добежим, и на этом, наверное, закончу. И сам кто-то будет, поположимся, и все. Так, вот здесь вниз, да? Не-не, здесь после лестницы, думаю, здесь вниз можем спуститься. Так. Вот видим. Очень красиво, кстати, построено. Вот, еще плюс рыба. Автоматные патроны еще у нас есть. Отличненько. Так. Здесь я, получается, либо я сюда пришел, и сюда же пришел, либо это их. Вроде это их. Что я вокруг уже не обошел бы. Так. Сейчас бежим. Точку, как здесь может тоже сундуки полтать. Может быть, найду кристалл или что-нибудь крутое. Как же без этих чудиков? Сейчас будет пипец. Они что, бегают? Алло. Вы что, бегаете? Алло. Не, не бегают. Это, походу, они друг друга... Я думал, вывалился из него. Граната. Еще вторая граната. Все. Плюс пистолетный патрон. Можно пока что поубивать, все равно пистолетных патронов у меня сейчас будет достаточно для перезарядки. Что можно ударить его. Опа. Все. Почему ни граната не вывалилась? Ладно. Еще бы по граната было бы прикольнее, конечно. А так, еще, наверное, не успею отрегениться. Так, окей. Сейчас нужно подняться, и здесь я надеюсь, что никого не будет. Надеюсь на это. Так. Да ну, здесь реально никого нет, что ли? Че, реально? А. И точка захвачена. Сейчас мы можем отхватить нам точку. Кстати, тут есть баги, видите, дракон так справляется. Ладно. Думаю, сейчас захватим точку, и на этом будет все. Да, знаю, тут не было никакого эпика. Потому что никто сюда не пришел. Захватили точку и сбежали. Ладно. Думаю, вскоре у меня будет меч джедаев, это будет намного легче мне играть. Вот. Потом, если у меня будет меч джедаев, скрафчу меч Отрика и все. Ну, для меча Отрика нужен 15 уровень. Это, да, вроде, для меча Отрика нужен 15 уровень. Ох. Куда бы упасть, я не хотел. Ладно, сейчас захватываем точечку и все. И нам будут даваться деньги. Ну же. Так. Почти уже отхватили. Если никто не придет. И... Да вроде никого. Вообще никого, здесь один. Так, оп, кстати, куратор-модератор, ничего себе. Вот киньте, кто сколько может. Ты можешь сам подкинуть модератор денег на счет. А, все. Космическая станция была освобождена. Теперь нужно ее сейчас захватить и все. Так.
Ну же. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 быстрее. Сколько так можно за захват сделать? Чего так долго? Так. Так, очень долго. Уже почти наполовину захватили ее. Ну же. Так. А что так скрипит? Опа-на. Эпик. Эпик, эпик, эпик. А это наш, блин, я думал. Ладно. Думал, кто-то другой придет. Какой-нибудь такой. Согласен с этим джетпаком, кто мне такой придет, я его убью и все. Ладно. Тихо открыть можно, да, можно. А, забирай. А, ну все. Точка захвачена, да, как я понял? Да, точка захвачена. В общем-то, на этом все. С вами был Ладокс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока.